Война – это всегда страшно, однако вдвойне страшнее, когда страдают дети. Белорусский народ свято хранит память о Великой Отечественной войне и не мог остаться в стороне от детского горя. К событиям, которые сегодня происходят на Донбассе, нельзя оставаться равнодушным. Члены коллектива «Белорусский союз женщин» с большим пониманием отнеслись к проведению акции и приняли в ней активное участие. Помогать тем, кто попал в беду – святое для белорусов, а особенно, когда речь идет о детях. Брестская областная организация «Белорусский Союза женщин» уже второй год принимает участие в благотворительной акции «Помощь детям Донбасса». Наши женщины очень восприняли хорошо эту информацию, когда была объявлена акция, подключили все первичные организации, не было безразличных. Наши белорусские женщины очень сочувственные, понимающие, добрые, нежные и, конечно, эта информация распространилась на территории всей Брестской области, все откликнулись. Мы собрали более 800 посылочек для деток. В них все, конечно, то, что необходимо в первую очередь. Это и детское питание, это детские теплые вещи, это обувь, это средства гигиены. Ну и, конечно, не обошлось от подарка. Все-таки идет Новый год, и мы, белорусы, привыкли к кануну Нового года, Рождества. Уже много лет подряд у нас проходит республиканская акция «Наши дети». И мы понимаем, что чужих детей не бывает. Поэтому хочется, чтобы каждый ребенок к кануну Нового года, в канун праздника Рождества получил подарочек и был счастлив. И хотя бы маленькие такие радости пришли в каждую семью, в каждый дом. Самый милосердный народ на планете – это женщины. Именно их сердца болят о людях, сегодня о детях Донбасса. Ведь каждый из представительниц Белорусского союза женщин – мама. А потому каждая из них так хочется подарить частичку теплоты своей души. Теплые колготки и носочки, средства личной гигиены, детское питание и многое другое было собрано таким маленьким, но при этом таким сильным жителям Донбасса. Акция, она приобрела такой общереспубликанский масштаб. Активно подключились абсолютно все регионы Беларуси, и Могилевщина, и Минщина, и Гродненщина. И уже часть гуманитарного груза, в частности, из Могилева, из Минска, из других регионов отправлена на Донбасс. Брещина подключилась в ноябре, подключилась очень активно, фактически очень в такой короткий период был собран значимый гуманитарный груз, который включил в себя и детское питание, и средства гигиены, постельные принадлежности, то есть сладости, все то, что необходимо детям. Акция приурочена к новогодним, рождественским праздникам. Конечно, в преддверии вот таких добрых семейных праздников нам хотелось поддержать детей, подарить им частичку своей такой души широкой, белорусской, женской души. Мы всегда готовы откликаться вот на беду, помогать нуждающимся, прежде всего помогать детям. Порядка 1000 коробок с гуманитарной помощью было сегодня загружено в Брест. А по пути еще столько же будет загружено в Кобрине, Барановичах, Березе и Минске.